Новый сезон в Театре наций открылся спектаклем «Театр чудес». Три интермедии Сервантеса на московской сцене представляет Новокуйбышевский театр-студия «Грань». Вместе с руководителем Денисом Бакурадзе он стал призером фестиваля театров малых городов. Этот спектакль является продолжением темы о любви. Первая часть «Корабль дураков», которую поставил в театре-студии «Грань», она тоже о любви, но о любви такой более плотской, низменной, влечение, подсматривание. А вторая часть, она более поэтическая, более возвышенная. Это как раз вот интермедии Сервантеса. Я не нахожу достаточного повода для развода. Нельзя обязательно уже не подчиняться быстрому времени. Останется. Театр чудес учит быть честным с самим собой. Как актеры прячутся под масками и успевают сменить до 5 образов за время спектакля, так и сама постановка высмеивает общественные стереотипы и роли, которые мы играем в жизни. Аккомпанирует всему этому образ смерти. Мы ее не видим, но она всегда рядом. И неизвестно, когда наступит этот час, когда раз, жизнь как струнка обрывается. Это как, например, первая интермедия, когда один обретает свою любовь, другой теряет. Вдруг раз, идет эта смерть. Многие, теряя свою любовь, они потом дальше не находят себя в жизни, теряются. Я очень рад, что возвращаюсь на русскую сцену редкой гостья. Драматургия Сервантеса. Постановка эта мне оказалась очень любопытной. Русский народ же сугубо одухотворенный, да? Поэтому то, что для испанца Сервантеса фарсовые шуты, здесь выглядит Гамлетами порой, знаете. Триптих о любви Дениса Бакурадзе пока не закончен. Как говорит сам постановщик, следующая часть будет посвящена более высокому чувству – любви в ее космическом понимании.